после матча с Ригой тренерский штаб говорил о проблемах с эмоциями. Как настраивались на матчи против китайской команды? Мы на все матчи настраиваемся одинаково. Мы готовимся к плей-офф. Нужно в этом году взять кубок. Вот. Только такие цели перед собой ставим и настраиваемся на каждый матч, как на уже на плей-офф. Сегодня неплохо играли в первом периоде в большинстве, но потом что-то случилось. Почему? Вот что стало с игрой? Ну, может быть, все хотели забить. То есть многие, кто играл не в пас. То есть, ну, потом вроде начали забивать уже. Ты стал автором 200-й шайбы команды в регулярном чемпионате. Насколько тебе это приятно, не знаю, такое событие? Ну, приятно, конечно. Но надо работать, вот, чтобы больше шайбы было.